Сеньоры венецианской эпохи и инопланетяне, обитатели морских глубин и участники древнерусских праздников. Шоу великанов объединило десятки образов. Артисты театра побывали практически во всех уголках мира. Венеция, Ницца, Барселона, Арабские Эмираты, Германия. Частичку разных культур они объединили в своем выступлении. Костюмы уникальны, эксклюзивны, они все шьются исключительно у нас в Евпатории, у нас свой пошивочный цех, поэтому как бы второго комплекта такого вы нигде не увидите. Все яркие, все красочные, все массивные. На один костюм уходит от 60 метров ткани. Стоит отметить, что на каждом выступлении артистам приходится переодеваться до 8 раз. Делают это стоя, ведь средний рост составляет около 3 метров. Несмотря на то, что коллектив приехал в Рязань впервые, с нашим городом его связывает давняя дружба. Участник команды КВН «Умные люди», который выступает на ходулях, был членом шоу «Великанов». Артисты признаются, что с любовью к высоте нужно родиться. Я занимаюсь больше 8 лет. Решился я еще в детстве, мне было лет 5. Я увидел, как ходят ходулисты, мне очень это понравилось. И я, как только мне исполнилось 10 лет, я пошел на ходули. А адреналин – это ощущение, что ты на высоте. Это неописуемое ощущение. То есть такое бывает всего лишь раз в жизни, если только ты не повышаешь высоту. Удивительно, но на ходулях артисты не просто ходят. Они танцуют, делают поддержки, батманы, бегают и даже садятся на шпагат. Акробатические упражнения требуют огромной физической подготовки, после которой мышцы становятся буквально стальными. Репетиции у нас в среднем проходят 2 часа. То есть репетиция начинается с партера, то есть можно сделать на ногах, это тоже в зависимости от дней недели, каким мероприятием готовиться и как. То есть это должна быть растяжка в любом случае, это должны быть физические упражнения на выносливость, потому что как бы нелегко. Это, наверное, раза в 4 сложнее, чем фитнес и тренажерный зал. За выступление артисты исполняют сразу несколько ролей, при этом выходят на сцену круглый год и в любую погоду. Дождь и даже снег для них не помеха. Например, они выступали в Москве в новогоднюю ночь. В Рязани шоу «Великанов» открыло целую серию представлений уличных театров. Галина Кудряшова, Игорь Глотов, телекомпания «Ангород».